особенном месте Петра, Иркутского, Дубкова, Иркутского и Павлина, святого Иосифа, а прежде всего нас переданного сотворения чести, вместе с вами немножко вернуться в музыку, в органную музыку, которая приблизит нам святого Иоанна Павла II. Святой Иоанн Павел II родился 18 мая 1920 года, а наш концерт посвящен к его дню рождения. Через два дня исполняется 101-я годовщина со дня его рождения. И то, о чем был любезен сказать отец викарий генеральной епархии святого Иосифа, что сегодня мы открыли статус, тоже посвящен Владимирскому, чтобы приблизить то, как жил, то, как работал, то, как вписался в историю, мировую историю. Мы стали папа диалога, а диалог — это символ пантификата Папы Римского Святого Иоанна Павла II. Каждый из нас, наверное, где-то тронулся его жизни, его пантификата, было очень много передач, трансляций из Ватикана. С разной стороны папа сам пилигриновал до 104 международные пилигримки, путешествия в другие страны, более 120 стран, которые посещал, и встречался с главами государств, с королями, встречался с обычными, обычными людьми, католиками и не только католиками, с разными конфессиями, и всегда умел находить диалог. И наш концерт — это тоже диалог. Я приглашаю господина Вячеслава, нашего маэстро, исполнение которого мы выслушаем сегодняшний особенный концерт. И откроем сегодняшнюю программу.
храму великий Иоганн Себастьян Бах. Чикона ре минор для скрипки приложения.